Всем привет! Сегодня я покажу, как делала подделку ракету для детского сада. Далее вот из такой формы по контуру с помощью канцелярского ножа и вот такой вот пилы ручной, купленной в Фикспрайсе, я выпилила по контуру пеноплекс. Далее я немного обрезала на нет, чтобы сходила форма, чтобы она более полукруглая получилась. Потом у меня получился такой вот край неровный, заколошмаченный неровный край. Беру наждачную бумагу, самую мелкую, и начинаю шкурить. Получился вот такой край. То, что здесь какие-то изломы, точки, поломки, это не страшно. Это все у нас заклеится, закроется. Следующий этап. Нам нужны пенопластовые шарики. И нам необходимо их распилить пополам. Там, где мы видим шов. Когда шарики распилены, далее нам необходимо сделать основу для ракеты. Она будет под небольшим наклоном. Примерно это будет у нас подъем. Сделаем где-то 10 сантиметров. Нам необходимо отпилить. Теперь нам необходимо найти место, где у нас будет примерно вот так вот втыкаться под углом. И здесь нам нужно вырезать по центру отверстие. Следующий этап. Будем все приклеивать. От приклеивания этой трубы очень многое зависит. Направление, устойчивость, поэтому необходимо сюда хорошо залить клеем. Также нам необходимо на разном уровне наклеить полусферы. Достаточно. Да, забыла сказать, что такая втулка от пищевой пленки, от фольги, достаточно плотный картон, используем ее. Нам необходимо напильником, пилкой отпилить кусочек. Также мы вырезали для ракеты вот такие штуки. Далее нам необходимы детали от пластикового яйца,
от игрушки. Собирать будем таким образом. Будем наклеивать здесь. Далее будем наклеивать вот эту часть сюда. И вставлять туда для устойчивости. Далее берем кусочек картона, намечаем сворачиваем заранее делаем два круглых отверстия по центру ракеты. Следующий этап. Нам необходима пластиковая такая штука. Ее мы будем наклеивать. Где будет прозрачное окошко. Теперь наша задача приклеить вот таким образом. Далее нам необходимо приклеить ножки. Далее приклеиваем оставшуюся обрезанную втулку и оставляем сохнуть. С помощью скотча немного закрепим дополнительно. Ракету мы склеили. Приклеили здесь бусинки, полубусины. Сюда мы приклеили грузила для рыбалки, металлические, чтобы создать эффект клепки. Все, в принципе, уже приклеено. Теперь необходимо окрашивать. У меня в идеале, конечно, окрасить в серебристый цвет, но у меня нет серебристой краски, есть только золото. Буду красить в золотую краску. Теперь нам необходимо закрыть эти окошки, чтобы не забрызгались они краской. Просто их вкладываем аккуратно, временно, потом мы это все достанем. Берем краску в баллончике. Можно такую. Осматриваем, все ли окрасили. Берем и навешиваем. Тем временем, пока ракета сохнет, нам необходимо нарисовать из фоамирана. Вот сюда у нас будут как будто такая вот дорожка продолжения дыма. Как в полет отправляется ракета, будем мы это рисовать. Примерно мы измеряем вот эту высоту, отмеряем здесь, и будет такого плана у нас. Далее мы вырезаем. И я решила прикрепить звездочку.
Далее я взяла тонкую кисточку и белую краску. Мы здесь напишем СССР. Далее мы немножечко подкрасим. Вот такая ракета у нас получилась. Создавайте свои шедевры, воплощайте идеи в реальность. Всего самого прекрасного!